Приветствую вас. И когда женщина дает мужчине нужные ему эмоции, когда мужчина ощущает себя женщиной определенным образом, чувствует себя в определенной роли, значит, ощущает себя, в определенных красках, то это и есть эмоциональная увлеченность женщины. То есть это женщина, которая мужчине эмоционально хорошо, эмоционально комфортно и эмоционально гармонично. То есть он чувствует гармонию в себе. Гармонию в себе рядом с ней. Это можно назвать страстью в некотором роде. Это можно назвать в некотором роде увлечением, действительно. Это можно, но не, практически никогда нельзя назвать любовью, потому что это направленность мужчины на самого себя. То есть такое отношение к женщине есть стремление добиться чего-то, достичь чего-то того, что нужно самому мужчине, а не женщине. И это можно, может, точнее, может перерасти во что-то большее, может перерасти в любовь, но на данный момент, если вы говорите об эмоциональном увлечении в узком смысле, любовью это назвать нельзя никак, это именно то увлечение. То есть вот пока мужчине комфортно, пока мужчине хорошо, пока нет никакого негатива, нет никаких трудностей, он будет с этой женщиной. И если трудности появятся, потребуются уже какие-то внутренние ресурсы мужчины, да, для преодоления проблем, для преодоления этих трудностей, для решения этих препятствий, и вот тогда увлечение пойдет на нет. Потому что любое увлечение изначально связано с эйфорией. Эйфория — это ощущение такого парения, когда все видится только в одном свете, то есть в свете позитивном, а негатива как будто бы не существует, негатив как будто бы исчезает. Но поскольку любые отношения и жизнь таковы, это негатив всегда присутствует, и присутствует, как правило, поровну с позитивом, то человек оказывается просто-напросто не готов, скажем так, к темной стороне отношений, и в результате этого увлечение пропадает, исчезает. Но возможна такая ситуация при определенном поведении женщины, когда эмоциональное увлечение становится чем-то большим и перерастает уже в более серьезные чувства. Так бывает. Тут важно это увидеть и при желании либо закреплять, либо наоборот отстранять. Это уже зависит от человека. Значит, еще раз. Эмоциональное увлечение женщины, эмоциональное увлечение человеком вообще является, представляет собой, значит, получение определенных недостающих желаемых чувств и эмоций человека. И до тех пор, пока человек получает от другого эти нужные ему эмоции и ощущения, будет контакт. То есть человек заинтересован в контакте с партнером. Если партнер перестает давать это, то у человека есть, значит, выбор. Либо стараться вновь это получить путем совершения каких-то действий, поступков. Либо, отступить и искать этого уже у другого партнера. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.